Всем привет, с вами было... Ой, всем привет, с вами Киндер-шоу, и я, как всегда, ведущая Женя. Сегодня я вам расскажу о львах. Львы – это кошки, только большие. Они живут в саванне и везде ходят группами. В группе от 15 до 40 особей. Извините, особей. Львы – это единственные кошки, у которых есть грива. Если, ну хотя если вы подстрижете свою кошку как льва, то лев не единственная кошка как особь. Всегда в мультиках нам говорят, что царь, что король — это лев. Львицы не только заботятся о своих, обо всех детенышах в прайде, но и добывают им пищу. Львы на редкость громогласные кошки. С грозным рыком льва не сразится никто. Ни леопард, ни ягуар, ни тигр. Львиное рычание можно услышать на расстоянии 8 километров. Ну, всем пока. Сегодня мы очень много узнали о львах. Ну, всем пока. С вами была Киндер-шоу.